Друзья, решил вам показать несколько строек самых интересных. И начнем мы с ЖК Гастелло. Вот так вот шустрят ребята, очень хорошие темпы. Смотрите, получается, возводит уже раз, два, три, четвертый этаж. Но это у нас парковка, это у нас коммерция, и это первый жилой этаж. Первый жилой этаж расположен фактически на уровне третьего этажа. Работает тяжелая техника, ребята очень быстро строят дом, молодцы, респект, как говорится. Ну а дальше в этом ролике вы увидите такие комплексы, как ЖК Мадрид 5, уютный квартал, информацию тоже получите, ЖК на Фабрициуса, ну и может быть еще что-то покажу вам. С вами Павел Морозов из города Сочи. Всем привет, друзья. И мы поехали. Покажу вам, что происходит у нас на стройках города. В рамках работы с клиентом просто будем обзорные такие коротенькие зарисовочки вставлять. Не будет скучно, обещаю. Поехали. Друзья, мы с вами на жилом комплексе Мерката. Давайте посмотрим, как он выглядит на данный момент. Это у нас получается какой? Восьмой. Этаж мы возвели уже сейчас, будет прикрытие девятого этажа. Темпы впечатляют очень быстро. Друзья, напомню, это цельный монолитный дом с бассейном, с придомовой территорией, с хорошей, с коммерцией, с фитнесом, с подземной парковкой, надземной. Ну и, конечно, с видами на море, друзья. С первого этажа здесь открываются виды на море. А здесь первый этаж — это коммерция, как вы видите. Наверху находится, продувается замечательно. Обзор сейчас будет у вас где-то по ссылке полный. Ну, я поднимусь, покажу вам виды там с третьего, четвертого этажа. Ребята, вы только посмотрите, какой вид. Это просто что-то особенное. Мы сейчас находимся с вами на шестом этаже ЖК Мерката. Вот вышли на балкон. Балкончик, пожалуйста, да? Посмотрите, вид какой. И это только шестой этаж, друзья. Просто потрясающий вид. Видно море со всех сторон. Мы ее вот примерно так распланировали. Это квартира 63,9 квадратных метра, по-моему. Ну, 63 с копейками. Мы ее распланировали таким образом, что здесь санузел, да. Вот здесь вот получается как бы комната. Или можно здесь кухню сделать. А здесь такая кухня-гостиная. И там еще одна комната большая, то есть квадрата 25 примерно с балконом. Ну, в обратную сторону вид там отсутствует, как какой-то на зелень. Вот, но здесь вид просто потрясающий. Вот, представьте, спальня. Вот спальня, да? Вы только посмотрите. Вот тут поставить кровать. Туда посмотрел. Море. Туда посмотрел. Море. Просто потрясающий вид. Супер. Лучше я не придумаю, друзья. Панорамный вид. Панорамный вид на море открывается со второго этажа. Ну что, ребят, комплекс более чем радует темпами строительства. Уже восьмой, девятый этаж возводится. Скоро весь монолит они закончат. Ну что, пожелаем удачи Шамиля Базовичу и Сити, всем тем, кто здесь в этом проекте. К концу 2019 года, думаю, дом уже должен быть близок к завершению. Едем дальше. Ребят, едем вот по, получается, транспортной, мимо это уютного квартала, мимо Фабрициус, решил вам показать. Ну, видите, вот крыша покрыта на первом литере, и, получается, возводится крайние, получается, корпуса в литере 1. Вот. Ну, так, к завершению идет первый корпус. И также к завершению идет, ну, как к завершению, строится, получается, третий этаж в корпусе, где будет магнит расположен. Сейчас вам покажу, ребят. Мимо едем, там техника какая-то работает. Видите? Вот. Если у кого какие вопросы есть там по Фабрициусу, по уютному кварталу, по документации, звоните, пишите, ребят, полную информацию владею. Вот, видите, на данный момент что? Вот такая ситуация. Вот. Получается. И уютный квартал. Давайте посмотрим, что там происходит у нас на уютном квартале, раз уж мы здесь. Покажу интересующимся людям, так скажем.
ну вот у нас возводится, видите, пятый этаж. На первых двух корпусах льется бетон, вон бетон-насос стоит. Вот, пожалуйста, вот ситуация такая, ребята, вон люди работают. То здесь движуха полным ходом идет. Как бы сказал один известный блогер, а уютный квартал-то строится. В общем, ребят, всем тем, кто чего-то опасался, боялся, как бы все в порядке, там строится. Да, затянули, но работа ведется, так скажем. Вот. Что еще покажу вам, наверное, сегодня? Да, сегодня, наверное, уже больше пока ничего и не покажу. Ребят, так как работал, получается, вот с Евгением, с моим клиентом. Вот, кстати, Евгений, можете передать привет. Всем привет. Да, вот, просто показывал там некоторые объекты. Вот, и мимо проезжал, поэтому решил вам показать. Надеюсь, эта информация была полезна. Скажите, интересно ли вот такой формат видео, то есть интересен ли вот красненькие такие обзорчики текущего состояния объекта, текущего состояния стройки. Если интересно, буду иногда делать. Ну, а сейчас с вами прощаюсь и уезжаю уже с Соболевки, друзья. Едем кушать с Евгением в нашу любимую кафешку Максушки на, получается, ну, там рядом с улицей Горького. Вот. Всем хорошего дня, замечательного настроения, ребят, чтобы у вас все получалось. И побольше вам здоровья и вам, и вашим близким. Всем пока. Слушай, а как ты...